Школа Шуйского района. Полным ходом идут ремонтные работы. Пока ученики находятся на каникулах, подрядчики обещают все выполнить срок и справиться с графиком работ. В Шуйском районе 48 школ. В двух средних учебных заведениях сейчас проходит ремонт. Первая в школе гимназии Бекмаханова в селе Толеби. Ремонтные работы здесь начали еще 3 месяца назад. Завершить обещают до 30 августа. Общая стоимость работ – 187 миллионов тенге. Мы обеспечиваем работы 120 человек. 30% из них составляет местное население. Мы меняем двери и окна, и систему отопления делаем полностью с нуля. Основные работы уже завершены. Проведен ремонт отопительной системы. На 58% выполнены отделочные работы. Подрядная организация ко всему усилила и сейсмостойкость объекта. Подобные ремонтные работы проходят еще в 16 средних учебных заведениях Шуйского района. Кулеш Умурзакова, Болат Конырбаев, Шумахан Чекаев, 77 News.